Вам тогда сколько было лет? Мне было 23 с половиной года. Я знал этот дом особого назначения, кто там содержался. Ко мне, как участнику ликвидации этой милонистской династии, обратились с просьбой, чтобы я рассказал, как это все происходило. По постановлению Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Казачьих Депутатов бывший император Николай Александрович Романов со своей семьей будет находиться в Екатеринбурге. Здесь, в этом доме. Вплоть до суда над ним. Вы находитесь под следствием и арестом. В охране дома было 50 человек отряд. Заключенным запрещается вести разговоры с конвойными. Сколько желающих царскую шкуру стеречь, а? Мы взяли у них ценности, чтобы они почувствовали себя на положении действительно арестованных, не гостями. Буквально приходилось считать дни, сколько еще удастся просидеть. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злом. Кто этот черный господин? Нужен был революционный акт. И вот этим актом явился расстрел. Бог вам этого не забудет. Николай только произнес сразу «А?», а в это время зал. Господи, отпусти. Ибо не ведают, что творят.